Всем привет! Мы тут собрались кое-куда. Смотрите, какой у меня наклейка. Мы тут кое-куда собрались уже. Сейчас вы видите, к нас опять гости приехали. Так что пойдем встречать. У Торика это своя особая долгожданная встреча. Давай. Сейчас. Где? Смотрите, он кого-то понимает. Только где эти чудики наши? Тор, кто там? Кто там? Кто там? Это кто? Кто? Ну, ну что? Что? Кто? Кто в коляске-то сидит? Ты что, даже не обратил внимания? Смотри. Хорошо, раз скучала сейчас. Ага. Ну, это скажи, это дома. Кто в колясочке здесь у тебя? Дурачок. Вика, они друг друга застеснялись, такие, типа, мы и не знакомы. Вы о чем? Ты не обиделся за то, что она тебя бросила? Кайф. Солнышко, тепло, уточки. Торик с нами. Ой, это ракушки, смотрите. Решил попить. Кто это, Тор, да? Догоняй. Хорошо, что ты пристегнул. Смотрите на это. Акции 26. Вы видите это? Так, покажи, что это действительно 10. Это яйца целые. Что это? Как такое может быть? Мы вернулись в 2007. У нас очень странный поход в магазин. Начиная от яиц за 26,90. Потом мы купили фиолетовый картофель. Сейчас мы идем брать подпольные сорти. А сейчас мы идем брать для Коли от Олеси. И вы узнаете, что. Смотрите, из-под полы. Вот сюда мы идем. Нам надо сказать пароль от Коли для Олеси. Сегодня очень странный день. Вы понимаете, что вот это торчит? Смотрите. Блин. Опа! Просто. Мама в декрете. У нас есть шарики. У нас есть вот такая фигня. Сегодня все какое-то большое. Шарики получились огромные. У нас даже пиво огромное. Ну, вы все позже узнаете, к чему это и почему. Кошмар. Кошмар, ужас. Ладно. Все, пора домой, да? Да. Мне кажется, все-таки уже. Нам надо ехать домой. Да, у меня сейчас муж нервничает. Да не то, что нервничает, у нас просто деньги начинают заканчиваться. Если мы еще так поездим, мне кажется, у нас вообще ничего не останется. Зато у меня есть вот такая штука. Видала? Если что, я крутая. Я уже заценила. Если что, я крутая мама. Узнай. Мы уже дома, короче. У нас сегодня какой-то максимально странный поход в магазин. Начиная от того, что мы взяли яйца по 26,90, да? Да. Мы не поняли. Мы подошли еще спросили, а почему? Она говорит, ну не знаю, такую акцию сделали. Мы купили фиолетовый картофель. Ну, ты можешь его приоткрыть? Я хочу сказать, саму картошину. Вон ножницы дать. Вот. Потом мы купили еще одну такую классную красную штуку вкусную. Когда я сказала, мы будем это пить на день рождения, она сказала, нет, мы будем пить это сегодня. Вот так выглядит фиолетовый картофель. Мы решили просто попробовать. Я хочу сварить прямо в мундире. Что еще? Видели еще одну покупочку. Ну, там еще кое-что. Лучше грушу ей дала, яблоко она уже ела. Что еще мы, Настя? Ну, вроде так все остальное, да? Ну, все, мы торт забыли. Ну, мы забыли торт. Зато мы купили сырки. И чизкейки. Чизкейки, да. Покажи этот чизкейк. Зато Лика купила чизкейки себе, 3 штуки. Вот там. Вот эта фигня стоит 126 рублей. Просто. Творожный с ванилью. Сколько тут, интересно, грамм? 90 грамм. 126 рублей. Она подумала, что они по 54. Она взяла 3 штуки. Вот. И сестра сказала, что я миллионер. Потому что я покупаю сырки, бою Александра.
Ладно, Денис едет домой, мы сейчас быстренько будем готовить ужин. Мы, кстати, говорили, что мы сегодня будем очень скромно ужинать. Мы решили не заморачиваться, чтобы много не готовить. Наггетсы, сосиски, картошка, макароны. Ну, там, какая-то морковка там по-корейски, еще что-то. Но зато вы видели, что мы еще купили. Очень скромно. Очень скромно, да. Просто еще же банку не видели. Я попозже покажу банку. У нас еще есть оригинальная банка. Не течет она там, кстати, пока... Аня, течет. Течет, надо доставать, значит. Как ее охлаждать тогда? А, как она течет-то сильно. А что это она вдруг так потекла? Короче, есть вот такая еще штука. Помните, я вам показывала? Что, сильно? Да, ладно, буду вытирать, все потекло у нас. В общем, ну что, мы наконец-то засели. Мы это сделали. Такое у нас. Ну да, Настя, у нее были макароны, она ела сосиску. Я тоже съела уже. Вот она как выглядит, фиолетовая картошка. Вот Денис очистил. Мне кажется, она крашена чем-то. В общем, у нас вот так. Вот такой скромный стол получился. А что ты мне вот так не сняла? Я сняла. Вот. Очистила. Почему это очистки? Это водоросли. Водоросли, потому что есть? Да, там йод. В общем, вот, вот так. Фу, а еще нам будет вкусненько. На самом деле, фиолетовая картошка, потому что там какого-то элемента нету. Поэтому она фиолетовая. Да? Там, по-моему, от солнца его не защищает. Ну, кстати, я хотела сказать то, что это вот это очень вкусно. Я прям подсела. Вот это фаберликовский соус. Фаберлик? Да, это кетчуп. Прям очень вкусно. Он сладкий, я такой люблю. Ну, как бы время 12 часов ночи. Вы нормально встретите вот так вот девочек? С шариками, блин. И, блин, с мошкомойкой. Как вам? Мы идем устраивать моему мужу сюрприз. А через сколько? Уже есть? Нету еще? Две минуты. Через 2 минуты будет 21 год, как мы начали встречаться, как мы вместе, как мы создали этот союз. Короче, вот так вот выходим. Как вчера, да, сейчас пойду всплакну на то место, где... Ой, все, нас не видно, позже увидимся. Написала? Да. Мы стоим под окном. Ждем Женю на принца. Да, я пришла за принцем. Я сейчас серенаду буду пить. Да. Ты достала балалайку? Ну или там что надо доставать? Вот там будем балалайку взять. Блин, не видно, жалко. Как... Можешь фонарик включить? Сейчас. Смотри, не, бутылку хочу. Подарок. Но это не все сейчас. Ее тяжело держать, я хочу ее поднять, чтобы они всплыли. Они пришли уже в комнату? Нет, он должен прийти там. Ну что, дебил? Мы просто немножко уменьшили. Они еще шатаются. Он прочитал? Нет. Он что, издевается? Они нас забыли. Все. Я тебе серенады пришла петь. Праздник, зай, это тебе, это ты. Мне кажется, это самый лучший подарок. Это мошка-мойка, зай. Ну что еще? Ты же сам всегда забываешь себе купить. Это мошка-мойка. Это же так важно. Спасибо. Давай я заберу. А как ты ее не поднимешь на этих штучках? Подожди. Прочитай, как она называется. Это очень важная вещь. Чего? Это очень важно. Всегда забываешь ее купить. Ты всегда сам забываешь ее себе купить. Спасибо большое. С праздником, любимый. Хоть наступил 12? Да. Нам точно нужны вот эти шары? В смысле? 12 какие-то. Почему 12? Он сейчас вылетит. А, не привязан. Да? Ладно, идите нас встречайте там. Там это где? В коридоре. Мы с вами. Не, ну встречайте нас. Вы же пошли за этими, за бутылками. Ну, конечно, это был сестер мой.
подарок прикол. Сейчас будет основной подарок. Вы уже, в принципе, его видели частично. Ну, не частично, а... Сейчас мы будем выносить. Я подумала, 21 год со мной — это много, сложно. Поэтому... Местами невыносимо. Да, он заслужил сразу такую большую. Поэтому... Пусть... Да, по 50 капель в день. Ему надолго хватит. Вообще нас не видно. Мы просто идем. Блин, нас нет. Как будто. Я даже не уверена, что нас слышно. Вот, мы вышли. Вот. Сейчас возьмем эту лялю и понесем. Мне, если честно, но если серьезно, интересна его реакция. Я очень давно хотела вам подарить такие качели. И мы сегодня с Настей, Настя, не дайте соврать, мы были в Перекрестке, мы увидели такие качели. Говорю: Настя, ну я так хочу ему когда-нибудь их подарить, они еще так поржали. Ну и в итоге в другом магазине я просто их купила. Вот она, эта ляля. Настя, закрывай. 4,5 литра, на кнопку нажми. Пошли. Несу аккуратненько. Мне прям интересна реакция. Я долго думала, что тебе подарить, Зайна, за 21 год, за все 21, за то, что ты меня терпел. Прими ее. Это в бутылке или в маме? Спасибо большое. Ты что так смущаешься? Я думала, какая-то реакция будет другая. Да, спасибо большое. Ты экстра, вот это вот. А, я понял. Это просто игрушка для мужчины. Просто мы прикольные. Калач. Да. Нам захочется с твоим папой побухать, мы тебе замуж выдадим. Всем доброе утро, смотрите. Какое у меня началось утро. Вообще у нас в этом году странные подарки на нашу годовщину. Еще знаете, что мне подарил муж? Арбуз. Огромный арбуз. Я ему позже покажу, не знаю, что там. Ну, такой букетик, такой нежный. Спасибо, Зоенька. Спасибо, любимый. Ой, пойду Васечку искать. А мы тут сидим с сеструхой, болтаем, как всегда. И тут вваливается. Вот эти вот букетики, фигетики. Ой, Тор. Оказывается, еще не все подарки, смотрите. Арбуз это не всех, оказывается. Не только мне. Посмотрите. Посмотрите на эту морду. Ему интереснее всех что-то. Вот такая есть. Да, смотрите. А игла есть? Да, это... Лапы. А что надо пришить? Ух ты, ух ты. Класс. Сердечко. Это ты мне ошейник купил? Угу. Цепь на шею, да? Ой-ой-ой-ой, сердечко. Красота. Я хотела. Тебе надо к матрасу хоть пришить, папа. Цветы в ход пошли. Ну, да. Правильно. Вот. Все у них мирно. Тор, ты думаешь, это вкусно? Заживем. Тор, зачем ты ешь цветочки? Не обязательно есть все из ее рук. Чего? Она все вкусно дает. Малявка. Я тетей сегодня работаю полноценно. Тетя, тетя. Смотрите, все ей доверяют. Вот так он с ней вот весь день. Что он завтра? Вот они сегодня уедут. Тор, да перестань ты есть эти цветы. Уедут, опять будет страдать. Депрессию идет. Дай ему понюхать лучше цветочек. Ку-ку. Это Денис прячется. Малявочка моя. Хоть стала признавать меня, теперь там на ручки идет ко мне, сама со мной уходит. Настюха у нас отдыхает. Поспать легла. Этот следит.
Ну, Тор, фу, нельзя, Тор. Ну, ты что, понюхать тебе дали, а ты что делаешь? Вик, хватит его кормить листочком. Дурачок, ты зачем все ешь, то, что она тебе дает? Тор, нельзя это есть. Ну, нельзя. Нельзя, Тор, нельзя. Тор. Тор, он ест, зайцы, и ты. Вик, как твои дела, малышка? Вот такой арбуз. А чей арбуз это ты сказал? Иран. Исмаил его зовут. Исмаил, нормально прям. А ты в этом магазине брал? Да. Они хоть проверены? Ну, не знаю, там были разрезаны, вроде неплохие лежали. Mm. Ну, такой желтенький, скачок. Mm. Звенит. Попробуем. Давай, пробуем. Mm. Ой, что-то он даже не треснул, да? Мой адрес. Угу. Вот это хруст. Вот ну, это, блядь, чашку от, отрежь мне вот это, я попробую, вот этот кусочек верхний. Самый вкусный. Да. Имею право, это мой. А, и так... Ну, пахнет арбузиком. А сколько он стоил, блядь? Много. Ну, скажи. Немного. На сколько? Почти 1000. Почти 1000, да? А сколько? Ну, здесь сколько большой. Много. Ну, он большой. Мама, как включить, чтобы он мобильный? Байца. Все, пока-пока. Уезжают наши. Ой, пока-пока, моя сладкая. Приезжаем, мы будем скучать. На наш праздник всегда салют. И начали мы встречаться именно под салют. Здесь, на набережной. Ну, мы не пошли сегодня, дождь, мы, может, и сходили. Но на наш праздник, сегодня 21 год, как мы вместе. Мы начали встречаться. И всегда в этот день тоже салют, 8 мая. Вот. И мы сейчас тоже целовались. Муж сказал, что я все такая же. Вот так.